Три группы боевиков сложили оружие в Сирии. По данным Лайфа, 300 человек сдались властям страны на юго-западе провинции Дамаск. Они рассчитывают на амнистию, поскольку присоединились к перемирию. Ранее больше 1000 террористов вышли из подполья и сдали оружие. Но зима бывает и на Ближнем Востоке. В Сирии выпал снег под Хомсом, настоящие сугробы. Сирийские военные решили закаляться по-русски, воспользоваться опытом.